Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Motorola Razr 2019 года, и сейчас я покажу вам, как сделать так, чтобы вы могли разблокировать этот телефон своим отпечатком пальцев. Итак, для начала вам нужно открыть приложение «Настройки», затем спуститься... Так вот, вылетело почему-то. Открыть приложение «Настройки», спуститься немножечко вниз и открыть пункт «Местоположение и безопасность». Затем нужно найти отпечатки пальцев и выбрать и нажать «Настроить». Итак, если у вас нет пин-кода, либо же графического ключа, вам нужно его создать. Ну, я создам какой-то простой графический ключ, вы создаваете что-то более надежное. Так, нажимаем «Готово». И теперь, внимание, возьмите телефон так, как вы его будете держать в реальной жизни, и пальцем дотроньтесь до сканера, затем нажмите «Начать». Теперь каждый раз дотрагивайтесь до сканера, сканер — это вот эта вот кнопочка, если что, и перемещайте его с каждым разом на несколько миллиметров. И так засканируйте все части вашего пальца. Нажмите «Далее», «Окей». И теперь смотрите, заблокируем телефон, разблокируем его, и можно его разблокировать с помощью графического ключа, а можно с помощью пальца. Вот и все. Теперь ваш телефон под защитой. Разблокировать можно и дополнительный экран, и экран основной. Только вот таким вот образом. Вот и все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Мы очень сильно рады, что хотя бы кому-то из вас смогли помочь. Подпишитесь.